На 12-й год Warface мне прислали посылку. Я сразу же понял, что там будут всякие прикольные штучки, связанные с Warface. Админ уже не первый раз отправляет подарки на день рождения игры и другие праздники. День рождения у игры, кстати, 12 апреля. Давайте посмотрим, что внутри этого бокса. Первый предмет — это огромный игровой ковер, на котором изображено большое количество игровых персонажей. Карточка с днем рождения игры и текстом с поздравлением. Последним же предметом оказался рюкзак Warface. Многие сейчас вспомнят те самые мемные вещи школьников из 2013 года. Кто-то же действительно ходил в школу с такими рюкзаками и получал двойки в дневники с Warface. Мне уже в школу ходить поздновато, поэтому как сувенир сойдет. А ковер же будет служить мне отличным помощником в каточках. С днем рождения, любимая игра.